Настоящий щенячий детский сад появился на улице Комсомольской. Здесь не один, не два и не три, а сразу 8 миленьких щеночков. Давайте знакомиться с ними. Ну что, привет, пацаны! Как дела? Ты будешь Бусей. Будешь Бусей. Дай лапу. А тебя я назову Стас, потому что ты просто космос. У Стаса, Буси, их братьев и сестер сейчас нет дома. А в преддверии зимы они особенно нуждаются в любящем хозяине. Для того, чтобы стать счастливым, вовсе не нужно тратить огромные средства и покупать что-то. Достаточно просто взять домой это пушистое чудо. Пока мы находились здесь, пришла волонтер Ирина, которая уже нашла родителей для одного из щеночков. Угу. Правильно? Правильно, все правильно. Сегодня мальчика заберут домой в хорошие руки. Надеюсь, что все у него будет хорошо, все замечательно. Не может не радовать, что хотя бы один из семейства щенков нашел любящих хозяев и дом. Но осталось еще 7. Эти щенки невероятно ласковые и дружелюбные. А судя по тому, что размеры мамы, которая бегает вокруг, не сильно велики, вы можете их взять в любую городскую квартиру. Обращайтесь по адресу улица Комсомольская, 50/2.